Служба береговой охраны Ливии в среду задержала около 300 африканских мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море в надежде попасть в Европу. После временного затишья международные наблюдатели вновь фиксируют рост наплыва нелегалов из Африки. Это произошло после того, как несколько недель назад в результате столкновения различных вооруженных группировок в Ливии из лагерей временного содержания мигрантов были выпущены сразу несколько тысяч человек. На надувных лодках люди, в том числе с детьми, предпринимают отчаянные попытки попасть в Европу. По состоянию на конец октября у ливийского побережья в общей сложности было задержано более 18 тысяч мигрантов из различных стран Африки.